Мой первый бездрожжевой хлеб. Закваску мне дали. Вот. Впоследствии я эту закваску дали чуть-чуть закваски, я ее впоследствии кормил. Вот, подкармливал. Вот. 6 дней кормил, на 7-й день решил сделать хлеб. Взял два стакана цельнозерновой муки и стакан пшеничной муки. Вот такой он получился у меня со всех сторон. Чуть-чуть сладковатый. И что он быстро начал расти в духовке, раз подорвало его. На вкус он немножко сладковатый, потому что закваска предназначалась для приготовления кекса. Вот. Приятного аппетита!